Всем привет. Короче, блин, у меня свет отключили, ничего не плохо видно. Может пойти в зал, там снимать видео. Сейчас посмотрим, друзья. Я, короче, купил шаурму красивую, аппетитную шаурму. И будем сейчас с вами кушать. Наверное, здесь, наверное, в этой комнате посветлее будет, я думаю. Надеюсь на это. Светлее. Да. Сейчас как бы, друзья, камеру поставить. Сейчас я придумаю что-нибудь, друзья. Секундочку. Так, друзья, ну вот я приспособлю более-менее камеру в более светлое место поставил, потому что свет отключили, короче, у нас по всему дому и света нету. Ладно, друзья, приятного аппетита вам. Вкусная шаурма, классная. Такая начинка. Друзья, сегодня я в Москву уезжаю. Ехать очень не хочется, но придется. Шаурма вкусная, много мяса в ней и такая сочная.
хорошо, что я купил шаурму, потому что вот свет у нас отключили, и даже как бы я еду себе приготовил, получается, шаурма меня выручила. В общем, шаурма вкусная на пятерочку по пятибалльной шкале. Ну а вам, друзья, огромное спасибо за то, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан, пишите комментарии. Вот, хочу вам пожелать счастья, здоровья, удачи и всего самого наилучшего. И пусть все ваши мечты сбываются, и пусть все у вас будет хорошо. Все, друзья, всем счастливо, всем пока и до новых встреч, увидимся. Всем пока, друзья.